Губернатор Тверской области Игорь Рудени и депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев посетили с рабочим визитом Запорожскую область, Бердянский район. В состав делегации Верхневолжья вошли члены правительства региона, а также специалисты социальной сферы, отрасли образования и строительного комплекса. Подробности в первом материале выпуска. Губернатор Игорь Рудени и депутат Госдумы Владимир Васильев вместе с делегацией Верхневолжья посетили ряд социальных объектов города Бердянска. Гимназию номер один, объекты жилищно-коммунального комплекса. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом, которое подразумевает взаимодействие по ключевым вопросам для оказания поддержки местным жителям. По словам губернатора, помощь будет комплексная. В первую очередь, это подготовка к новому учебному году. Важно вовремя собрать детей в школу. Это организация проведения референдума. У людей очень большой интерес интеграции в Российскую Федерацию. Поэтому тема проведения референдума, конечно, тоже является приоритетным направлением. Кроме того, подготовка к осенне-зимнему периоду, это подготовка к комплексному ремонту дорог и жилищно-коммунальному хозяйству. Огромный потенциал по взаимодействию, по обмену опытом. Уверен, что Бердянск станет для нас одним из таких дружественных и родственных регионов. Игорь Рудени и Владимир Васильев в Бердянске также побывали в волонтерском штабе движения «Мы вместе». Он развернут при поддержке правительства Тверской области. Здесь в том числе производится выдача гуманитарной помощи жителям района. По мнению Владимира Васильева, сегодня переходный период, который нужно достойно пройти. Любая проблема, которая возникает, она на уровне специалиста сейчас тут же оценивается и принимается решение о том, как начинать пошагово ее решать. Ну и, наверное, самое главное – это не разовый приезд, это начало системной работы. Правительство региона оказывает систематическую поддержку коллегам в организации эффективной системы управления территорией. Глава администрации Бердянского района Александр Сауленко поблагодарил губернатора Игоря Руденю и жителей Верхневолжья за поддержку в этот непростой период, который позволяет преодолеть сложности и наладить жизнь в районе. Такой регион, как Тверская область, которые стали нашими шефами, я думаю, нам очень повезло Бердянску, потому что Игорь Михайлович и все правительство Тверской области уже проделали достаточно большую работу. И помощь не только на словах и обещаниях. Уже сегодня завезено 10 грузовиков помощи различного рода. То, что мы сейчас вместе, еще раз подтверждает, что Россия с нами, что мы вместе с Россией, что мы единый народ. Глава региона и представители делегации Тверской области пообщались с местными жителями. Сегодня здесь, в Бердянске, мы встретили очень много людей, которые хотят как можно быстрее получить паспорта Российской Федерации. Это подтверждает желание местного населения быть со своим народом, отметил Игорь Руденя.